видеоролики с малышами. Не все любят их смотреть, ребята. И что удивительно, почему-то ролики с малышами никогда не дают сбора денег. Вот вывешиваем одну собачку окровавленную, и всем так сразу жалко, надо помочь. А вывешиваем коробки с малышами, с маленькими трогательными комочками, которых достаем отовсюду. Из-под плит, из канав, из-под гаражей, полуистощенных, измученных, умирающих от жажды, от укусов клещей, умирающих от энтерита, переломанных. И почему-то малыши вызывают меньше сострадания, чем собака взрослая, попавшая под машину. Я с этим сталкиваюсь каждый год, ребята, из месяца в месяц. И никогда не могу понять, почему это происходит. Почему дети, выживая, вызывают меньше жалости, чем взрослые. Может быть, кто-то из вас это может объяснить. А сейчас еще лучше. Мне пишут и ставят упреки, нахрена вы их хапаете? Хапаете. Так и написали. Вы же клянчите по интернету. Скажите, нам что? Взять коробку, которую поставили под забор приюта, отнести и поставить ее подальше от приюта на трассу? Или пройти мимо мусорки, где кричат в пакете полузадохнувшиеся котята? Или пищат щенята, которых оторвали от мамы, а они еще даже не открыли глазки? Прийти выбросить мусор и, не обращая на этот отчаянный крик внимания, уйти? Смотрите, что происходит. Малыши, каждый год, осень и лето, а в последнее время чуть ли не каждый, не круглый год. Ребят, их бросают и бросают в приюты, словно мы резиновые. Ребята, нам позвонили, что где-то здесь мама и много щенят. Правда, написали очень странно. На ферме. А на какой ферме, никто не уточняет. Мы поэтому сейчас приехали проверить. Потому что, судя по фотографиям, там животные в очень плохом состоянии. Давай туда подъедем. Туда, я туда. Я тоже смотрю, какая-то заброшка. Сначала... Так. Ну что, начинаем искать. Где у нас здесь щенки? Так, ребята, корм берем. Впереди здесь корм. И проверяем. Так, видео включаем. Проверяем все эти. Ребята, ищем щенят. Не хватает. И ведь взяв одну коробку, ребята, вторую коробку уже не бросишь. И нас не спрашивают, хотите вы это или нет. Нам привозят эту коробку, ставят под забор, а когда ты... Говоришь, что у нас нет места, говорят, ну, выбросьте их, разворачиваются и уходят. То есть они перекладывают на нас свои проблемы, а мы остаемся виноватыми.
Вы понимаете, что такое спасти малыша? Ребята, это ведь не просто накормить его, проглистовать, сделать прививку. Ребята, это еще 2 месяца напряженной жизни, напряженного ожидания. Выживет, не выживет. И что у малыша может проявиться в любую секунду? Глистная инвазия или дремавший где-то внутри энтерит, доставшийся ему, может быть, даже с молоком матери. Каждый раз, подбирая любого щенка, даже самого маленького, нет гарантии, что он здоров. Это вам скажет любой приют, любой волонтер. Поэтому от малышей шарахаются, как от прокаженных, и не хотят брать приюты. Потому что взять коробку малышей – это сразу обречь себя на дикие проблемы и нервотрепки. Итак, ребята, 12 малышей. 12. За мамой поедем через 2 часа. Дом, милый дом. Мы на подлете, ребята. 12 малышей. 2 мам взять не смогли. За ними поедем чуть позже. Мы договорились, что их приманят и закроют, чтобы мы могли их взять. Ни дня покоя называется это. Едем в приют. Доехать не смогли. Тут у нас щенки. Прям на ЖД дороге. Вон они, вообще крохотулечки. 2? Маленький-маленький, да? И тем не менее, выхода нет. Потому что они живые. И они нуждаются в нашей помощи. Ребята, как могут ролики с детьми не вызывать добрый отклик? Я этого не понимаю. Ведь каждый обычно говорит: ай, мимишка, ай, муси-пуси. А когда ребенок из приюта, половина кривит нос и отворачиваются. Чем же приютские малыши хуже породистых? Ничем. Одинаковая кровь, одинаковый разум. Разве что внешность не всегда такая шикарная. Но ведь и мы с вами не королевских кровей. Правда? О нас любят. О нас заботятся. Ребята, в наше время очень трудно быть добрым. Я желаю вам сил и терпения. Я желаю вам не гасить ваши сердца. От всего сердца. От всей лохматой души. Я желаю вам той доброты, которая заслуживает наш мир. Я желаю вам жить в гармонии с миром. Благодарю вас за то, что вы рядом. Спасибо вам. В интернете заходите к нам, не пожалеете. У нас 2 тысячи. Поймали второй. Легкая пробежка. Ой, мы девочку поймали, это мальчик. Да. Слава Богу. Так они откуда чукнули? С приюта, что ли, да? Нет, да ну прямо здесь местные. Она приютов Белычева. Бездомная. Это без мы ехали, увидели малыша и тормознули. Я просто видео снимаю. Старая я бегаю за собаками. Давай, сестре. Привет. Ой, иди.